Анапские пляжи после курортного сезона освободят. После 15 октября все арендаторы анапских пляжей должны освободить их территории от любых конструкций. Такую задачу поставил сегодня на общегородском планерном совещании глава курорта Юрий Поляков. Пожалуйста, всем арендаторам пляжных территорий разослать или вручить с уведомлением письма, в которых должно быть четко указано. Давайте определимся. До 15 октября пляжи работают. На пляжах все убрать. Сиди-ка. Убрать все. Пляжи должны быть идеально чистые, как прогулочная зона. Также по поручению Юрия Полякова проведен мониторинг пляжного оборудования на арендованных территориях Пионерского проспекта и села Витязева. По итогам подготовлены письма 40 предприятиям санаторно-курортной отрасли о необходимости ремонта или замены пляжного оборудования курортному сезону 2020 года.